коллеги, мы с вами начинаем выездное заседание комиссии по развитию НКО Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Давайте мы сначала представимся тех, кому мы еще не видели. Сегодня с утра мы уже собирались у Леонида Владимировича в офисе и хоть с кем переговорили, но это не значит, что мы остальных слушать не будем. Заслушиваю всех. Тем более, что коллеги должны будут уехать, а я готова заключить сидеть, я только завтра утром буду ставить. Так что все хорошо. Итак, в чем наша задача? Прежде всего, я вам хочу сказать, что у Совета по правам человека, СПЧ сокращенно, есть такая функция и есть такой формат, как выездные заседания Совета. Мы уже неоднократно выезжали в разные субъекты Российской Федерации для того, чтобы познакомиться с гражданским обществом, поговорить с властями, выяснить их проблемы, разработать рекомендации для разных уровней, как власти, так и правоохранительных органов и так далее. И для того, чтобы вот эти проблемы, которые существуют сейчас в основном с нарушением прав человека, то есть не проблемы с нарушением прав человека, а проблемы с правами человека, да, они решались субъектом. Вот последняя наша поездка была по 6 субъектам Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального округа. Мы посетили практически все республики, кроме Чечни, Ингушетии, Дагестан, Северную Осетию, Алания, Кабардино-Балкарию, Карабах, Черкесию, кроме того, Ставропольский край, нас только Чечня к себе не пустила. Там свои причины, если вы следили за прессой, знаете, в чем там была проблема. И тем не менее, мы побывали и на востоке нашей страны, например, в Хабаровске. Мы побывали и на западе, например, в Калининграде. И вот первый раз такой опыт в Совете по правам человека, это выездное заседание не всего состава Совета по правам человека, а конкретной комиссии, комиссии по развитию некоммерческого сектора, по развитию некоммерческих организаций. Для того, чтобы нам начать сегодняшнюю работу, а цель ее выявить некие проблемы в коммуникациях между государственной властью, в вашем случае. У нас только госвласть представлена, у вас здесь еще у нас муниципальной власти нет? Муниципальной власти здесь нет? Муниципального слова нет, я думаю. А только госвласть. Ну, замечательно. Значит, мы будем говорить о проблемах коммуникации и совместной деятельности государственной власти субъекта Российской Федерации, Ростовская область, и некоммерческих организаций, вообще гражданского общества Ростовской области. Для того, чтобы нам эту беседу начать, я бы сначала хотела представиться сама и представить здесь, чтобы и члены нашей делегации, и хотелось бы тоже, чтобы вы сказали о себе пару слов, чтобы вы поняли, с кем мы тут разговариваем, с кем мы имеем дело. Я и таким образом Наталья Леонидовна. Я член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Я председатель комиссии по развитию НКО, это, так сказать, мой федеральный уровень, и региональный. Я ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга и советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Элла Михайловна, а где наш микрофон? Вроде может так будет передавать тогда. Давайте вот мы попробуем, так и пойдем. Ой, давай, да? Тогда, наверное, это посоветую. А Сергей, представьте. Алена Королева, юрист, СПЧ, комиссия по военно-гражданским отношениям. Элла Полякова, солдатские матери Санкт-Петербурга, комиссия по правам человека при губернаторе Санкт-Петербурга, правозащитный совет СПЧ, комиссия по военно-гражданским отношениям. Лев Амбидер, член СПЧ, журналист издательского дома «Коммерсант», Москва, президент Российского фонда помощи, который в миру известен как «Русфонд». Некрасов Владимир Анатольевич, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Ростовской области.
Добрый день, коллеги. Алексей Николаевич Васильевич, начальник управления социально-политической коммуникации правительства Ростовской области. Приветствую всех. Заместитель начальника отдела образования и коммерческих организаций Главного управления МИЭСТ России по Ростовской области. Я немножко выбиваюсь из этого списка. Я журналист, криминолог, руководитель информационного агентства «Северный Кавказ» и главный редактор газеты «Преступницкий информационный Свинцов Сергей», если угодно, Владимирович. Лазурин Виктор Николаевич, член общественной палаты Ростовской области. Здравствуйте, Виктор Викторович, председатель общественной палаты Ростовской области. Волковыский Елена Геннадьевич, член общественной палаты Ростовской области. Представитель управления охраны общественного порядка ГУВД Ростовской области. Дмитрий Александрович, а вы чего так проявили? Мы уже знакомы, да? А, на вас. Остальные не знают, да? Кто? Если кто? Можно, да, чтобы уже... Представьте, пожалуйста. Дмитрий Александрович, замначальник управления социального политического. Сотрудник подразделения посредством с общественностью ГУВД России по Ростовской области. Помощник начальника главного управления, господин этого человека, Владимир Кончишин. Добрый день, Елена Александровна Баер. Я председатель движения, Всероссийского движения «Матери России» в Ростовской области, депутат городской думы, доктор педагогических наук, еще и директор Центра помощи детям. Спасибо. Константин Баранов, Ростовское региональное отделение Всероссийской организации «Молодая Европа», международное молодежное правозащитное движение. И последние 3 года также эксперт комиссии по развитию НКО Совета по правам человека. Алла Милаха, член общественной палаты города Волгодонска, председатель общественной организации «Федерация теракта» Волгодон. Стреченко Алексей Сергеевич, учредитель ресурсного центра социального развития, и в том числе занимаюсь развитием некоммерческих организаций и переводом, как бы, в принципе, некоммерческих организаций, субъектов экономической деятельности, то есть создания различных экономических субъектов. Стермашов Андрей Павлович, руководитель физкультурно-спортивной общественной организации «Ростов-Бегущий», военно-патриотические проекты и массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Макушкин Сергей Дмитриевич, возглавляю автономную коммерческую организацию «Ресурсный центр социального развития». Если коротко, это негосударственное агентство поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства. Горяев Станислав Викторович, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» и руководитель Ростовского отделения Союза добровольцев России. Ростов Андрей Жоркович, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Дом покаяния милосердия и сострадания Спасский», руководитель отдела по отделению служения Ростовской народной партии. Добрый день, Челакова Елизавета, региональная общественная организация «Благодарение», член общественной палаты города Новочеркасск. Челеватенко Валентина Ивановна, Союз женщин и дома. Член общественной палаты города Новочеркасск. Добрый день, Поликарпов Олег Николаевич, председатель общественно-правовой комиссии Ростовской области. Владимир Иванович, представляю Ростовский правозащитный центр, заместитель председателя общественной избирательной комиссии. Поиска Ростовской области, Петрашев Станислав Владимирович. Клиент Сергей Владимирович, Москва, член Совета по правам человека. Так, тут уже все прошло. Коллеги, которые упустили. Добрый день, меня зовут Атасон Владимир. Вот, я вхожу в состав общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, сотрудник общественной организации «Союз женщин и дома». Добрый день, я Александр Владимирович, член Ростовской области. Добрый день, Шорохов Юрий Александрович, руководитель Азовского отделения благотворительного фонда «Родители против наркотиков». День добрый, Валентина Сидоренко, президент фонда «Защита. Система исполнения наказания. Город Азов». Добрый день. Чупин Сергей, город Волгодонск, руководитель реабилитационного центра «Родители против наркотиков». Добрый день. Я Ирина Ивановна, руководитель
член ОНК Ростовская область, Мостова Ирина Ивановна. Член ОНК Ростовской области Тихонова Надежда Андреевна, психолог, представляю реабилитационный центр независимой наркологической гильдии России, спутник и ухожу за общественные советы нашего Министерства образования и Министерства здравоохранения. Да, коллеги, вот так все у нас. И оплаченных не было. А вы? Журналист. А вы журналист? Безымянный журналист. Замечательно. А вы? Марк Лыдов, нужная служба номер 70. Главный редактор. Приз. Наше заседание, такое очень расширенное заседание. А, включен, да? Меня хорошо слышно? Слышно меня? Конечно. Да. Мы уже провели три заседания сейчас. Два заседания на Новочеркасске. Одно это была встреча с некоммерческими организациями и выяснение болевых точек их работы и какие претензии у них есть к власти или, может быть, предложения к власти, что они хотят улучшить, что бы им хотелось объяснить представителям муниципальных властей, да, города Новочеркасска, мэрии и думы Новочеркасской. Мы их выслушали, после этого у нас было расширено, так же вот как сейчас, заседание комиссии в мэрии города Новочеркасска с приглашением всех желающих НКУ. И там мы эти проблемы очень подробно обсудили. Что-то действительно вызвало серьезные разногласия и споры. Где-то мы нашли точки соприкосновения и думаем, что эти проблемы будут решены. Где-то выяснилось, что проблемы немножко не так были представлены общественными организациями и не требуют решения. Примерно такой же формат, вот вчера у нас была репетиция, примерно такой же формат у нас сейчас и здесь, в городе Ростове-на-Дону. А именно, с утра мы встретились у Леонида Вальдемаровича в офисе ОНК, там было представителей, небольшое количество представителей общественности, поговорили о том, что их волнует, какие они проблемы считают существующими и подлежащими решению. А теперь мы выносим то, что мы там обсудили, на ваш суд, и хотим также услышать от тех, которые не были утром на совещании, ваши проблемы, что вы предлагаете, какие пути решения, как может отреагировать власть на это. Вот Василий Васильевич у нас представляет сейчас государственную власть, субъекта Российской Федерации Ростовской области. Итак, я сначала кратко сообщу о том, какие болевые точки мы нашли и, возможно, как их возможно решить. Первое – это, конечно, взаимодействие с властью. И мне бы хотелось поговорить о вашей общественной палате, потому что я вижу здесь и председателя общественной палаты, и заместителя тоже. А, это заместитель, я прошу, я прослушала. Не два, больше членов общественной палаты заслушанного. Значит, о чем идет речь? Мы поговорили очень серьезно об общественном контроле. Вот Ирина, отчество мне не сказали, мне неудобно к вам так обращаться, она представитель общественной палаты города Новодонска, правильно? Волгодонска, извините, Волгодонска. И как работает там общественная палата, она нам рассказала, и, в общем, это произвело впечатление. Я вам напоминаю, уважаемые коллеги, что принят закон Российской Федерации об основах общественного контроля в Российской Федерации. И в этом законе одним из субъектов общественного контроля, то есть тот, кто может контролировать, названы общественные палаты. Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации. Ну вот в Волгодонске создана общественная палата, она, конечно, не в соответствии с этим законом, что не субъект Российской Федерации.
это город, который является муниципальным образованием, там муниципальная власть. И тем не менее, как представители общественной палаты, во-первых, начнем с того, что у них очень демократический принцип избрания, даже не так, наполнения членов этой палаты, членами общественной палаты. Там всего 4 представителя власти, а остальные – это представители общественных объединений, общественных организаций. И каждый год они рассматривают поступившие заявления от общественных организаций, принимают их в свою общественную палату. Всякая организация, которая хочет там работать, она может там работать. Вот такого демократического принципа я нигде не видела, мы не видели даже в Новочеркасске, там 30. Из них 4 от исполнительной, 5 от исполнительной, 5 от представительной власти, скажем так, и 20 от общественных организаций. У них там сейчас проблема. Общественная палата не работает, они думают, как ее реорганизовать, не уничтожить ли вообще. Есть проблема. Здесь, похоже, проблем таких нет. И что интересно, вот закон об общественном контроле в Российской Федерации, он говорит о том, что это право гражданского общества контролировать государственную муниципальную власть. Так как у вас есть закон в Ростовской области об общественной палате, и в соответствии с этим законом вы в общественную палату, она формируется следующим образом: от 45 человек, 15 человек от исполнительной власти, 15 от законодательной, и 15, так как это на федеральном уровне, то есть уже вот эти 50, вот, уже 45, 15, уже 50 стало, значит, у меня повторили сведения, извините. Ну, примерно так, 3, треть и треть, да? Хотя 50 на 3 не делится, там точно не знаю. Не важно. Итак, 15, 15 и 20, да? Ну, я не вижу очень большой демократии в этом принципе, потому что фактически все выбирается властью. Вы мне можете сказать, ну, власть-то сама народом выбрана, но она выбрана народом частично, исполнительная власть не выбрана, а представители народа в представительной власти, ну, там тоже есть проблемы. Поэтому, ну, есть у нас такое предложение. Я понимаю, что вы скажете, а вот в Российской Федерации есть такой закон, да, но это никто вам не возбраняет изменить немножко систему представления общественности в общественной палате города. И сейчас я буду задавать нашим общественникам из общественной палаты, заместителю председателя общественной палаты. Значит, с нашей точки зрения, действительно, не полностью, полностью, наверное, абсолютно все общественные организации туда поместить сложно, но не весь спектр представлен в общественной палате. Вот представители ОНК говорят, что ни одного члена общественной наблюдательной комиссии, который тоже избирается по федеральному законодательству, нет в общественной палате. Ну, наверное, надо об этом подумать, потому что два общественных органа действуют параллельно, не пересекаются. Теперь у меня вопрос, если это можно, к заместителю председателя общественной палаты Ростовской области. Простите, еще раз имя, отчество, мнение. Виктор Григорьевич. Виктор Григорьевич, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, давайте, а реализуете ли вы закон Российской Федерации об общественном контроле как субъект общественного контроля? Быстренько разыскиваю нашу комиссию, которая непосредственно занимается, ну, председатель комиссии здесь, да, я хотел, чтобы было абсолютно доказательно и наглядно. Вы где-то разыскиваете в телефоне этого человека? Или в нашем зале? Вот у нас есть, уважаемая Наталья, комиссия по вопросам общественной безопасности и общественному контролю. У нас есть региональный закон областной об общественном контроле, как вообще субъекта Российской Федерации. Он является... Прошу прощения, вот на этом месте чуть-чуть остановимся, Виктор Григорьевич. Только что меня уверял Дмитрий Александрович, что такого закона нет, такие об общественном контроле. Кто прав, Василий Васильевич? Есть такой закон. Федеральный
Так, подождите, я говорю о законе Ростовской области. Если мы говорим о нормативно-правовом акте в виде областного закона, закона Ростовской области об общественном контроле нет. Вот. А что есть? Есть в общественной палате на основании, скажем так, тех документов, которые существуют, положение об организации общественного контроля общественной палаты, которая действует с прошлого года, действует успешно, более чем успешно. Общественная палата на сегодняшний день, все, скажем так, заседания не только общественной палаты, я признателен председателю общественной палаты, заместителю, очень тесно работает. Даже на все выездные комиссии общественной палаты приглашаются представители органов государственной власти, и мы абсолютно в курсе всего того, что происходит. Так, Василий Васильевич, у меня конкретный вопрос. Есть положение об общественном контроле, правильно я понимаю? Это положение утверждается кем? Общественной палатой. Самой общественной палатой. То есть это не нормативное право. Это положение самой палаты. Спасибо большое. Итак, Виктор Дегоевич, то, что вы назвали законом, это положение, которое вы утвердили. Ну, я это имел в виду. А вы это правовое слово деятельности. Я поняла, просто вы не знаете. Контроль именно документ. Региональный наш. Да, вашей палатой утвержденной. Да, поскольку мы являемся субъектами этого контроля. Замечательно. И расскажите, пожалуйста, о работе в этой области. Вот я предлагаю для начала состав комиссии, чтобы было очевидно и понятно. Вот рядышком со мной сидит часть комиссии, Виктор Николаевич, в этой части он изложен, я думаю, эти позиции. Председатель, вице-президент Торгово промышленной палаты, я в должности, которая, да и фамилия, именно вот Патрименко Андрей Валерьевич. Молодая гвардия Единой России, Таньков Василий Иванович, директор ассоциации «Живая природа сети», директор природно-биосферного заповедника, Тулимов Алексеевич, президент Адвокатской палаты и Ростовская региональная культурно-оздоровительная организация «Здоровая планета». А вот кроме вот последней, хоть какая-то еще общественная организация есть, последняя общественная, а до этого там директора? Это последнее, да. Это последнее, то, что надо. Ростовская региональная культурно-оздоровительная организация «Здоровая планета» и ассоциация «Живая природа степи». Это абсолютно, так сказать, и молодая партия, это общественная организация, абсолютно общественная организация. Ну, на ту гвардию я бы назвала политической, скорее, но не могу. Значит, вот у вас и сколько человек в этой комиссии, прошу прощения? В этой комиссии 8 человек. 8 человек, из них общественника, 2 мы выяснили, да? Там председатель комиссии. А председатель откуда исходит? А вот член Совета Ростовской областной общественной организации Ассоциации сотрудников безопасности, председатель директора ГУО «Экоспас». Да, понятно. 3 из 8. Может быть, тогда мы заслушаем Виктора Николаевича. Да. Значит, мы, я думаю, что у нас сегодня не отчетное выборное собрание, мы не отчитываемся друг перед другом, мы устраиваем коммуникации с друг другом, чтобы друг друга услышать более близко, друг друга больше понимать. Это верно, поэтому проблемы вот, тоже... Да, я всю жизнь занимался контролем, и скажу так, лучший контроль – это взаимодействие. Когда есть взаимодействие, есть понимание, то, значит, особо, так сказать, контроль тебе не нужен. Значит, вот с тем, чтобы реализовывать закон об общественном контроле, на самом деле было создано положение, которое мы разработали, как инструмент для того, чтобы правильно им пользоваться. И новая как бы, форма, которая, я не знаю, присутствует ли она в других субъектах Российской Федерации, мы создали ассоциацию общественных объединений. Ассоциация общественных объединений, которая насчитывает 150, более 150 общественных организаций. Значит, по всей области. Фактически по всем муниципальным образованиям все желающие участвовать в этой ассоциации были приглашены на неоднократное заседание, и в общественной палате создана отдельная комиссия, которая объединяет вот все эти ассоциации. К сожалению, руководителя этой комиссии сейчас здесь нет, но поверьте, я думаю, что я здесь многих знаю в лицо, все эти люди присутствуют на наших заседаниях, которые мы проводим довольно-таки регулярно. Что касается присутствия ОНК в составе общественной палаты, этот вопрос нами обсуждался. Значит, с ОНК мы дружим, значит, уже 3 года, да, вот, Виктор Тумарович, или 2. Я являюсь постоянным участником всех совещаний, которые вы проводите, и даже больше.
мы уже дружим с некоторыми членами ОНК. Значит, я вошел, возглавил совет попечительский ГУФСИНа по этому же направлению. И, как бы сказать, вот наше взаимодействие все больше и больше крепнет. Мы рассматривали вопрос, значит, ну, когда этот вопрос возник о членстве в общественной палате кого-то из членов ОНК, палата уже была сформирована. Но палату формируем же не мы. Палату назвали, кто формирует. Формируется собрание законодательное, губернатор, и, значит, уже потом они из общественных объединений. Будут такие предложения, кандидатуры, конечно, это будет рассмотрено, и очень лояльно и внимательно к этому мы все отнесемся. Если будет, наше мнение будет учтено. Вот. Но я вам скажу так, что наиболее тесное, на самом деле, взаимодействие, например, моей комиссии, это с ОНК. Вот я не знаю, почему. Все понятно. А кроме этого, ОНК, он и есть общественная наблюдательная комиссия, которая осуществляет контроль в определенных местах, мы знаем, да, да, там, где содержатся либо содержанные, либо те, которые отбывают наказание. А вот ваша комиссия каким-то еще общественным контролем занималась, я просто как пример приведу. Вот Ирина из Волгодонска, она нам рассказывала, что они провели целый мониторинг. Ну, правда, небольшой городок, там 170 тысяч, да? Провели мониторинг всех учреждений медицинских. Выявили какие-то там точки, которые их обеспокоили. Значит, главным врачам предоставили эту информацию. Дальше у вас там есть горздрав, наверное, да? Управление здравоохранения. И какие-то проблемы были решены. Вот я об этом спрашиваю. Ваша комиссия конкретно. Наталья Леонидовна, я хочу вам сказать, что у нас как бы вот 10 комиссий, есть комиссии, и каждая комиссия по своему направлению проводит вот общественный контроль. Вот я как-то спрашиваю. Значит, таких мероприятий были проведены десятки, все они опубликованы на нашем сайте, значит, который доступен для всех, и все могут почитать, ознакомиться. Ну, например, если тут именно моя комиссия, да, то я лично сам, я принимаю участие, ну, я скажу так, 5 раз в неделю я участвую в общественных мероприятиях, посвященных контролю в самых разных сферах. Вот, например, мы сейчас изучили вопрос там, состояния дел работы с ветеранами, с городским советом ветеранов. Значит, и сейчас мы приняли решение, что часть членов совета ветеранов, она более активная, примет участие в контроле болевых точек, которые есть в городе. Вот эта работа была такая организационного свойства сделана. Ну, буквально на днях было проведено мероприятие, посвященное состоянию правовой работы в школах, как воспитывается наше молодое поколение с точки зрения их прав и обязанностей. Очень интересная такая на самом деле работа. Вот. И даже, мне даже было удивительно, что наши школьники владеют глубоко своими правами, если бы они даже знали свои обязанности, то было вообще хорошо. Вот. Ну и так далее. То есть, если потребуется какое-то отчетствие, то он, я еще раз говорю, мы отчитываемся каждый год сегодня документально, а в интернете, на сайте я публикую каждый месяц, то есть каждую неделю свой отчет о работе. Виктор Николаевич, то есть у вас на сайте общественной палаты можно ознакомиться с тем, как работает общественный контроль, да, конкретно ваша комиссия? В том числе, значит, у нас есть горячие линии, телефоны горячие линии, по которым, значит, там люди могут обращаться, как в письменном виде, так, значит, в электронном. Мы вот буквально сейчас, в течение вот всего срока существования общественной палаты, проводим мощнейший мониторинг предвыборных ситуаций, связанных с выборами. Вот буквально в этом зале мы вчера провели большое совещание, посвященное состоянию и предвыборной агитации, и предупреждению нарушений в сфере выборов. Здесь присутствовали правозащитники, все, которые есть в Ростовской области, я вел это совещание вместе с руководителем избирательной комиссии. Вот это тоже один из моментов, который позволяет людям открыто к нам всегда обращаться по этой горячей линии. Просто в самом законе об общественном контроле там четко говорится о объектах общественного контроля. Это городские и государственные и муниципальные учреждения. Собственно, в этом общественный контроль и заключается. Он заключается в том, что государственная и муниципальная власть находится под контролем общественных организаций, лучше сказать, гражданского общества. Но вот про школы я услышала, значит, мониторинг предвыборной кампании, ну, не очень понимаю, там, наверное, есть свои субъекты,
для этого мониторинга. Я просто тогда хотела обратить внимание, вы у нас не отчетное выборное собрание, обратить ваше внимание, я не знаю, что записано в положении, мне сложно, но закон я дальше хорошо. И вижу, что там объектами являются именно структуры, подчиненные власти. И вот это самое главное. Потому что на то и щука, чтобы карась не дремал. И не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить, а для того, чтобы понять, что не очень хорошо и как это можно поправить. Поэтому ничего не могу сказать, так сказать. Больше, кроме того, что обратите на это внимание. Да, значит, я еще раз говорю, что значит, таких мероприятий проводится не только моей комиссией, а проводится каждой комиссией. То, что касается моей комиссии, я могу продолжать много. Вот, например, мы провели значит, большую работу по детской безопасности на дорогах, по значит, верному размещению знаков, которые закрыты там деревьями, сделали мониторинг безопасности движения, заслушали работников ГАИ на эту тему, ГИБДД, значит, приняли по этому году меры, там выплатили финансы, ну и так далее. Если вот кому-то это будет интересно, еще раз, все это описано у нас значит, на сайте. Мало того, я доступен для любого человека, который готов дать какие-то предложения или же замечания, или вступить со мной в контакты по этому поводу. Поэтому вот так. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Я думаю таким образом, то есть есть смысл познакомиться с опытом общественной палаты города Волгодонска, посмотреть, как они работают. У них проверяются очень много социальных, медицинских, образовательных учреждений. Это очень важно. И, может быть, как-то опытом они поделятся. Я думаю, что никому не в укор. Опыт никогда не грешно перенимать, даже если это ваша младшая сестра, общественная палата, муниципальная. Общественная палата Волгодонская старшая сестра. Они были образованы раньше нас. Мы с ними общаемся буквально на последнем заседании общественной палаты. Был ваш руководитель, и мы упал, кстати, со своими замечаниями, которые там были. Вы, наверное, знаете об этом, да? Так что, наоборот, это старшая сестра, вот, которой мы учимся. Очень хорошо. Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Григорьевич, можно еще дополнительный вопрос к вам? Если встречаетесь ли вы какими-то трудностями при работе с общественной палатой? Что-нибудь не хватает, что-то не так идет? Можете вы с этим поделиться? Или прям все тише говорить, того же говорить? Ну, как все направления деятельности общественной палаты, деятельности всех комиссий, есть проблемы единые для всей нашей, не только общественной жизни, не только гражданского общества, есть и частно возникающие. У нас, допустим, проблемы характерны для всех региональных палат. У нас вопросы финансирования и материально-технического обеспечения на крайне низком уровне. Вот законы региональной общественной палаты, которые вы наверняка знаете, да, я так думаю, которые готовятся. Вот мне тоже сказали, что готовится, но я бы Василия Васильевича бы хотела услышать. Действительно готовится закон о Ростовской области об... Нет, речь о федеральном акте. Каком сказать? О федеральном акте. О чем? Да, о региональных общественных палатах. Пока не слышала. Так, может быть и готовится. Ну, приняли назад, ну, месяц, я не помню. Пока еще не изучили. Хорошо. И там говорится что-то о финансировании? В том числе. Да, а определены основные принципы. Дело в том, что вы наверняка сталкиваетесь с работой общественных палат по регионам, видите разницу, начиная от количества людей. Вот у нас сектор, который, вот Василий Васильевич, вот начало которого действует, он минимально скромный, 73 человека. А в реально расположенных регионах 7-8-9 человек. Это, безусловно, проблема, которая служит вашего внимания. А можете вы мне тогда пояснить, или может Василий Васильевич, вот в этом законе, который 2 недели тому назад принят, подписан, уже и вступил в действие, да? Значит, там действительно говорится о финансировании? Да, есть там это? И откуда, если финансирование, из каких бюджетов? Значит, речь идет о том, что... А можно отдать тогда сюда? Речь идет о том, что федеральным законодательством установлены основные принципы, грубо говоря, об общественных палатах субъектов Российской Федерации. Он совсем свежий, на нем еще краски не было.
Там есть несколько ключевых моментов, в том числе связанных с финансированием. Как и было до сих пор, финансирование общественной палаты это возложено на субъект Российской Федерации. Там появилась норма, о которой вы говорили в самом начале, только там появилась норма, где треть. Порядок формирования общественной палаты. Да. Я не о норме, а о принципах. Я говорю о том федеральном законе, который вышел. И там появилась императивная норма в этом законе о том, что должен быть аппарат общественной палаты в виде, ну скажем так, государственного казенного учреждения, либо подразделения казенного учреждения и финансирование вот этого вот учреждения, которое будет аппарата, оно тоже возложено на субъект Российской Федерации. В каком виде, в каком объеме там и так далее, этого нигде нет. Это все будет, конечно же, рассматриваться при формировании бюджета на очередной год, но хотелось бы обратить ваше внимание на следующее, что эта норма вступает в силу только при формировании общественной палаты нового созыва. Для Ростовской области эта норма вступит в силу в феврале 2018 года при формировании общественной палаты нового созыва. Спасибо большое. В бюджете 2017 года уже задачи поставлены, скажем так, будет, конечно же, предусмотрено, занимается сейчас аппарат правительства. Проработка этого вопроса совместно с общественной палатой о необходимом количестве, финансировании там, и так далее, этого аппарата. Понятно. И сейчас предоставлено ли помещение, в каком-то объеме все-таки идет финансирование деятельности общественной палаты? Вот немножко об этом. Финансирование деятельности общественной палаты, денег много не бывает. Поэтому финансирование общественной палаты на сегодняшний день, я, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Вместе с тем, помещение, всегда общественная палата предоставляется помещение для любых заседаний общественного собрания на улице Пушкинской. Есть у нас управление сектор, который занимается, он так и называется, сектор обеспечения деятельности общественной палаты. Давно работаем, то есть любые выездные заседания, которые проводит общественная палата, советы общественной палаты, то есть тоже никаких проблем с помещениями нигде нет. Финансирование общественной палаты, есть у общественной палаты сайт. Обеспечение деятельности общественной палаты за виде, скажем так, блокноты, ручки, вода и все остальное, это все заложено в бюджете, это, на это все торги и так далее, Деньги на это дело есть. Хотелось бы больше, конечно, хотелось бы, но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Спасибо большое. То бишь проблемы между органами госвласти и общественной палатой я не наблюдаю. Никаких абсолютно проблем нет. Все. И вы то же самое подтверждаете, да, Виктор Григорьевич? Да. Все, и работаете. Значит, о чем еще мы говорили сегодня и вчера? Ну, отец Андрей поднял вопрос о законе, который так и не был рожден, о проекте закона о реабилитации лиц, освободившихся от лиц лишения свободы. Этот проект закона в конце 90-х в Думе погулял и помер тихо. Хотя эта проблема, я думаю, для Ростовской области очень серьезна. Не только для Ростовской области, но тут особенно, поскольку у вас достаточно много учреждений в СИНах. Вот реабилитация органами государственной власти все-таки какая-то существует? Есть ли какой-то отдел в правительстве Ростовской области, который занимается вот этим вопросом? Значит, квартиры, место жительства, работа, социализация и прочее, прочее. Василий Васильевич. Люди выходят из тюрьмы, вопрос такой, их реабилитируют. Занимается кто-нибудь из правительства проблемами именно вот ресоциализации освободившихся из лиц? Ну, уважаемые коллеги, первое, что я хотел бы обратить внимание, возможно, со мной согласятся присутствующие. У нас все вопросы, которые мы рассматриваем, у нас проблемы, у нас нет проблем. У нас есть рабочие вопросы, которые требуют разрешения. И нельзя это относить к категории проблем. Хорошо, назовите. Проблема, когда почка отвалилась, это проблема. Ну, а это все рабочие. Это все, извините, дефиниции. Вот какие рабочие вопросы есть в этой проблеме? Если говорить по сути, в правительстве Ростовской области, конечно же, есть
целое управление, которое называется по взаимодействию с правоохранительными органами и так далее, и так далее. То есть по направлениям с правоохранительными органами, с органами уголовной исполнительной системы, взаимодействию с органами юстиции там, и так далее. Несколько вопросов, немножко не по теме, я чуть-чуть другими вопросами занимаюсь, курирующий заместитель этих направлений другой, поэтому, наверное, нужно спрашивать у... Спасибо. Мы у Фсина спросим, вы у Фсина на Стамбулке? Да. Извините, как вас зовут? Анжелика? Да. Будьте добры, сотрудничаете ли вы с каким-то комитетом, министерством, или отделом, или управлением правительства Ростовской области по ресоциализации, может быть, трудоустройстве после освобождения от мест лишения свободы? А потом как-то вы их ведете, или это уже не ваши полномочия, а с каким органом государственной власти вы при этом взаимодействуете? От правительства кто-то это курирует, вот эту процесс реабилитации или ресоциализации таких людей? Нет, не в каждом городе, вот мы направляем во все области. То есть это какой-то отдел правительства или какой-то отдел именно мэрии, да, если это будет понятно? На местах это делается. Просто когда отец Андрей поднял этот вопрос, значит, основная проблема таких лиц у нас в городе, в Петербурге, есть такое учреждение по ресоциализации, реабилитации лиц, освободившихся из мест свободы, где они могут жить полгода, если не успевают, то еще полгода, для того, чтобы на полном государственном обеспечении, я не называю это, приют для освободившихся. И за это время они обязаны подыскать жилье, подыскать себе работу, и при этом активно помогают и комитет по труду и занятости, и комитет по социальной политике и прочее. Вот я немножко об этом. У нас есть тоже такой, значит, центр, куда у нас осужденные, значит, мы там берем управление, куда они идут. Программа должна быть, что он болен там туберкулезом. И там они тоже могут первое время жить. То есть есть такой центр? Есть, есть, да. Отец Андрей у нас очень помогает. Для человека уже никуда не берут, он, мы созваниваемся с ним в телефоном режиме, он предоставляет жилье, по крайней мере, на первое время, а на судьбе не остается на улице. Ну, понятно. Но только мы, что мы были уполномочены по правам человека, не даст мне собрать руководителя аппарата уполномоченного, к нему очень много таких жалоб поступает, когда люди с судимостью не берут на работу. А, отец Андрей, а вы каким-то образом сотрудничаете с отделами на местах, да, которые занимаются? Случае, я как член ОНК и как зампредседатель общественного, общественного совета УСИН. В любом случае, это входит в мои обязанности. Я, конечно, все это... То есть вы этим тоже занимаетесь? В любом случае, мне приходится заниматься этим, потому что и в местах пришли свободы, и на выходе. Там единственное, что как бы, люди из правительства у нас есть, да, представители. Очень жалко, что 27 числа июня месяца проходил форум международный по реабилитации. Международный. Были с Азербайджаном, с Украины, с Белоруссии, с Москвы, из Питера. То есть приехали люди, которые были заинтересованы в реабилитации, которые, у которых были центры, все кто. И никто ни из областного правительства, ни из городского не присутствовал. Вот только лишь Виктор Николаевич, как сам, по личной моей просьбе, так получилось, что я его сумел пригласить к себе и все. А так письма направлялись. Но, к сожалению, отклика от правительства не было. Проблемка, значит, есть. А я там. Прошу прощения. Но хотелось бы еще и
что-нибудь именно от тех людей, которых прямой это зависит? Ну, так точно. Это тоже... Пожелание принято в качестве, ну, что называется, учтем в дальнейшем. Я думаю, что в обязательном порядке будем более тесно взаимодействовать по этим вопросам, даже не сомневайтесь. Спасибо. Ну вот замечательно. Василий Васильевич, вы извините, вам все не за что правительство отвечать, никуда не деться. Я понимаю, что это не ваша функция, но тем не менее. Итак, вот эта проблема, конечно, она очень серьезная, у вас в области она особенно серьезная, поэтому ее надо в дальнейшем курировать, я думаю, правительство. Я не видела, кто руку поднимает, а вот тогда вставайте уже. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, у меня очень-очень серьезный вопрос. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Валентина Сидоренко, город Азов, президент фонда защиты межрегиональной системы исполнения наказания. Спасибо. Вы знаете, я просто вот сидела и слушала всех вас. Поймите, фонд наш «Защита», президентом которого являлся Сергей Сергеевич Курин, я его преемник. Мы занимаемся трудоустройством вышедших из мест лишения свободы, договор с центром занятости, который сейчас вот будет у нас обновляться, а также восстановление утраченных документов. Мы напрямую работаем вот с Юрой Шороховым, где также лица, вышедшие из мест лишения свободы, все это делают. Мы делаем это, как говорится, уже на понаработанной системе и по всему. Но я хочу вам сказать, что на сегодняшний день, если раньше мы получали от Москвы, от второго шанса, Ревен Петр Иванович, кажется, получали деньги, и заключенные, которые выходили с мест лишения свободы, получали помощь, если человек работает 7 тысяч, если не работает 5 тысяч. Сейчас все это прекратилось, ничего не дают. Люди как продолжали, так и продолжают идти. У меня уже написан полный список. Надежда на то, что нам начнут опять давать эту материальную помощь. А она так необходима. Потому что иногда приходят и стоит, смотрит на меня и плачет, и говорит, а у меня кушать даже нечего. А помочь нам некому. Я позвонила Ревину Екатерине Николаевне. Она сказала, извините, Москва, Ленинград. Но у нас все-таки Азов выдавал ПФО, к нам ехали все, по списку ехали все и получали эту материальную помощь. Я прошу прощения, дело в том, что, конечно, про финансирование мы отдельно поговорим, у нас тут есть специалист Лев Сергеевич Амбиндер, он с вами поделится, как он занимается сбором денег. Просто сейчас, конечно, проблема финансирования, она очень остро стоит. Тут мы еще здесь не решим, может, не только как... Может, вопрос, я согласна с вами, но это очень-очень давно вопрос. Это важный проблема, мы понимаем, что... И вы знаете, мы очень много говорим о том, что... Я прошу прощения, а вы подавали на грант областной или муниципальный, у вас там какие-то деньги? Вы знаете, те гранты, которые там есть, именно с такой статьи оказания материальной помощи осужденным нигде нет. Ну и оказание материальной помощи осужденным, это не дело общественной организации. Я прошу прощения. Это дело власти, и у них есть, у любой власти есть возможность... Но мы вчера этого оказывали помощь. Это вы оказывали, но вообще говоря, это частным путем, частным образом вы оказывали. Это дело государственной и муниципальной власти. Они оказывают материальную помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации. Например, о социальной государственной помощи. И говорить о том, о чем вы сейчас говорите, для того, чтобы вы оказывали помощь, вам выделяют деньги должны. Мне кажется, это не очень логично. Это вопрос спорный, но давайте мы сейчас несколько о другом говорим. Спасибо большое. Пожалуйста. Коллеги, значит, вот на сегодняшнем утреннем совещании выступило три организации, которые занимаются проблемами наркоманов и алкоголиков. Это серьезная проблема. Мне сначала показалось, что если из всех 10 приглашенных 3 наркозависимые, ну, наверное, Ростов полностью в наркотиках и в алкоголе. Но меня Владимир Алексеевич разубедил в этом, сказав, что ну, это так получилось, что такие организации были приглашены. Но сейчас не в этом дело. Дело в том, что, конечно, любая из этих организаций, которая подменяет или помогает государству бороться за таких людей, не против, а за таких людей. Это болезнь, это признано
Всемирной организации здравоохранения, все договорились, да, то помогать, конечно, надо. Но меня, в общем, вопрос-то удивил вот какой. Есть организация, которая сама, самодостаточна, и предлагает эту помощь бесплатно людям, так сказать, заблудшим, зависимым, либо от алкоголя, либо от наркотиков. Это организация ваша. Повторите еще, как она называется? Азовский филиал фонда «Родители против наркотиков». «Родители против наркотиков». Коллеги, в чем там проблема? Я вот хотела, чтобы Василий Васильевич тоже на это посадился, пожалуйста, обратил внимание. Это проблема не только вот этого конкретного случая. Ситуация вот в чем. У нас Министерство обороны имело раньше очень много земли. Она была у них в ведоме, и после того, как произошли все эти изменения в начале 90-х, как вы помните, вся собственность была разделена между государственной Российской Федерацией, государственным субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями и частными. Так вот эта вот земля, она сейчас принадлежит на праве собственности Российской Федерации. И очень много таких заброшенных участков. И вот эта организация по устному соглашению с местным самоуправлением занялась этот участок, там 2 гектара, по-моему, да? И занимается тем, что там они реабилитируют наркозависимым, как они говорят, работой и молитвой. И производят продукты, которые могут продавать и за это существовать. В чем проблема? А проблема в том, правда, я не знаю, я судебного решения не видела, но, похоже, вынесено судебное предписание об освобождении этой земли как захваченной самовольно. Собственно говоря, так это и выглядит, если говорить о законодательстве. У меня большая просьба, Василий Васильевич, как представитель правительства Ростовской области. На самом деле есть возможность, и это происходит постоянно, передача объектов собственности из государственной собственности Российской Федерации в государственную собственность субъекта Российской Федерации, либо в собственность муниципального местного самоуправления. Посмотрите этот случай. Если нужна помощь с нашей стороны, мы готовы поддержать. Я понимаю, что это проблема. Муниципалы не хотят брать необустроенную землю, а военные не хотят ее, а хотят отдать, потому что они за это, в общем, платят налоги, хотят отдать, но при этом не хотят ее обустроить. Посмотрите на уровне правительства, если нужно, может быть, написать некий запрос. Простаивает земля, причем много лет, насколько я понимаю. Если нужна помощь с нашей стороны, мы готовы ее оказать, написать некую рекомендацию со стороны Совет по правам человека за подписью советника президента Федотова. Мы готовы вам в этом помочь. Посмотрите, пожалуйста, вот сидит представитель, руководитель этой организации, филиал «Матери против наркотиков» организации. Хорошо? Зафиксировали? Родители. Просто у нас в городе есть «Матери против наркотиков». Родители против наркотиков. Так, что еще? Мы говорили о социальном предпринимательстве сегодня. Вопрос остался открытый, потому что нет дефиниции определения социального предпринимательства. Предпринимательство – это деятельность для получения прибыли. А что такое социальное предпринимательство? И миссия общественных организаций – это приносить общественную пользу. Вот в этом смысле мы так и не договорились. Но о чем мы говорили? Есть у вас ресурсный центр, который занимается просвещением общественных организаций, то есть развивает общественные организации. У нас тоже такой есть ресурсный центр. Правда, он теперь иностранный агент, но тем не менее он работает. Так вот, может быть, посмотреть, Василий Васильевич, вот представитель ресурсного центра, вот поднимите, чтобы Василий Васильевич на вас... Вы знакомы. Может быть, имеет смысл работать вместе. Я не говорю сейчас ни о финансировании каком-то, еще о чем-то дополнительном. Может, имеет смысл работать вместе, как что будет ваше мнение на тему? Я вам... А можно микрофон? Совсем свежую информацию по вопросам взаимодействия с ресурсным центром. Только в этом году управлением
Управлением не работает. Управлением организованы и проведены 3 кустовых совещания по территории Ростовской области, в Каменске, в Каменск-Шахтинском, в Волгодонске и в Новочеркасске весной, где непосредственно руководитель ресурсного центра выступал в качестве учителя. И на этих семинарах мы собирали представителей некоммерческих организаций. Участников было в каждом из мероприятий порядка 50-60 человек. Я обучал, каким образом нужно вести работу, каким образом можно оформлять документы и участвовать в конкурсах на предоставление субсидий. Это вот только в этом году, совсем свежий. Мало того, руководитель ресурсного центра сейчас будет вовлечен в этот процесс, наверное, еще более серьезно, по той простой причине, что, реализуя послание президента Федеральному собранию, где было прямое поручение о разработке плана поэтапного доступа социально-ориентированных и коммерческих организаций к бюджетным средствам по оказанию социальных услуг населению, планы сейчас разработаны и так далее. И сейчас, конечно же, руководитель ресурсного центра, мы, я не знаю, наверное, будем через день встречаться, и мы, и Министерство труда и социального развития, и, конечно же, будем организовывать все и расширять все. Поэтому вот таким вот образом мы взаимодействуем с руководителем. Так, пожалуйста. Возражения? Нет. Что вы хотите? А можно секундочку? У кого-то включен телефон, идет наводка из-за микрофона. Просьба, проверьте, пожалуйста. Кто-то, видимо, или забыл выключить. Технические службы говорят, что это не враги, это мы сами. Так, пожалуйста. Благодарю вас. Да, еще раз здравствуйте, коллеги. Хочу, ну, наверное, не знаю, может, пользуясь случаем, хочу еще и сделать маленькое объявление и добавить к тому, что сейчас сказал Василий Васильевич. Взаимодействие идет у нас очень плотное. Более того, буквально в ближайшие дни, в течение месяца запускается программа, которая будет решать две задачи. С одной стороны, это стимулировать доход, приносящую деятельность некоммерческих организаций, и эта программа напрямую сейчас поддерживается управлением социально-политических коммуникаций. Здесь мы очень плотно работаем. Более того, в этой же программе мы работаем плотно с Минтруда, соцразвития, с Министерством юстиции, ну и с рядом администрации муниципальных образований. И сейчас в Ростовской области запускается очень интересная пилотная практика по развитию государственно-частного партнерства, где частной стороной будут выступать как раз некоммерческие организации, по развитию ГЧП в сфере реализации 442 закона как раз вот по социальным услугам. Поэтому эта деятельность ведется, я здесь, наверное, не буду ее там детально сейчас погружаться, просто если интересно. Мы сейчас очень плотно работаем с Токаревой Солдуновой на федеральном уровне, как раз тот человек, который идеолог этого направления, ну, в нашем понимании, по крайней мере. Поэтому направление ведется, этой практикой можем с вами поделиться, показать им даже те механизмы, которые сейчас реализовываются. Они в каком-то смысле пилотные, потому что даже вот федеральными коллегами было признано, что таких практик в России нет. Ну, это вот коротко так. Вы взаимодействуете с управлением Василия Васильевича на каких-то договорных отношениях, да? Что вот, или как, это заказ? Что идет от органов госвласти? Почему вот вы приходите и начинаете обучать? Что это? Грант какой-то выигрываете или что? Субсидия на вас? Начиная с 2014 года в управлении есть направления, которые поддерживают как раз ресурсную поддержку некоммерческих организаций. И мы регулярно являемся участниками в конкурсах, сами проходим все вот эти, так скажем, тернии вот этих конкурсных процедур. Более того, мы очень плотно работаем с некоммерческими организациями, поддерживая их в этом. Но поддерживая вот такие современные тренды, в этом году мы уже работаем с некоммерческими организациями, чтобы формировать их в качестве а. социальных предпринимателей и б. поставщиков социальных услуг. Меня поняли, деньги откуда? В том числе управление социально-политических, но в том числе. Я прошу прощения. Деньги управления, деньги бюджета Ростовской области. Деньги бюджета. Василий Васильевич,
Какая статья расходов? Вот по какой статье расходов эти деньги? Это субсидии некоммерческим организациям. Социально ориентированным некоммерческим организациям. Есть 492-й областной закон. Есть 153-е постановление правительства, в рамках которого есть государственная программа Ростовской области, региональная политика называется. Одна из подпрограмм там есть, в которую заложены эти денежки, и которая ежегодно участвуют в конкурсах некоммерческие организации, могут участвовать по 13 направлениям, подают заявки и разыгрываются субсидии и выделяются победившим на конкурсной основе. Это те самые 9 миллионов, о которых говорил вчера Дмитрий Александрович? Да. Спасибо. Вопрос. Позволение, я бы еще добавил. Мы все про вас поняли. Что еще вы хотите добавить? Спасибо. Валентина Ивановна, пожалуйста, дайте микрофон сюда. Просто я очень счастлива, что выступаю как раз за предыдущего оратора. Потому что до этого момента у меня было большое желание проговорить и пожелание, может быть, оно уже исполняется, о том, что процедура конкурса от начала и до последней ступени была прозрачной. Более прозрачной, чтобы позволило нам... вчера этот вопрос возникал в Новочеркасске, в большом количестве организаций, которые столкнулись с проблемой, сдали пакет документов, а потом на сайте появляется такая записочка, а такого-то документа нет. И все. И хоть как, ты с этим заулыбались, да? Десятки организаций... Мы уже не хохотали в прошлом году, и вот еще раз... Я не совсем понял. Значит, когда объявляется конкурс, есть этапы предоставление пакета документов в соответствии с конкурсом в определенные сроки. Мы приезжаем с пакетом документов, поскольку уже все прекрасно знаем, мы приезжаем с открытым пакетом и говорим, проверьте его содержание 13, и запечатаем. Нам говорят, нет, запечатайте, запечатаем. На конкурсах участвуем 20 лет разно. Нам потом на сайте вывешивается, говорят, написано, такого-то документа в пакете нет. Мы просили, проверьте, его нет он или есть при нас. Этот документ выписан с предпринимателями. Там, ладно, я сейчас просто не в подробностях, а в процедуре. Она должна быть более прозрачная на всех ее этапах. Это первое. Это было прям у меня записано до выступления. Представителя ресурсного центра. Извините, я оказалось был чуть не прав, поскольку недавно работал. У нас в этом году процедура через МФЦ уже работает. Уже началась. Да, спасибо. 15% заявок подано через МФЦ. Хорошо. И еще один момент вот по поводу тех специалистов, которые проводят семинары для НКО в период подготовки, написания ими заявок. Вот. Соседка, коллега не даст соврать, у меня здесь написано, это очень важный момент. Когда человек, который ведет этот семинар, просто диалог, представитель организации с детьми-аутистами, говорит, а что может быть вот таким результатом моего проекта? А в ответ, изменение мировоззрения. Кто-нибудь задумался, ребенок-аутист, результат работы проекта, коротенько, изменение мировоззрения ребенка. И как бы это говорит, есть технические вещи, а есть содержательные вещи, которые очень важны. Потому что у меня по ходу, вот я проговорила, то есть очень ответственно относиться к тому, что говорят и что несут те, кто обучает НКОшников. И это соответствует еще одному такому пожеланию. Вот я услышала фразу, Василий Васильевич, вашу, успешно, более чем успешно работает. Каков критерий успеха? Каков критерий успеха? Количество проведенных мероприятий? Что изменилось в жизни? Ну, в общем, как бы успешность – это очень важный момент. Из контекста, о чем речь? Об успешно работающих комиссиях. Василий Васильевич, я вам слово ответил. Я поэтому говорю, просто сейчас закончу уже говорить. У меня был и вопрос, за какие средства пишется доклад о состоянии гражданского общества в Ростовской области? Есть выделение финансирования на это или нет?
какие специалисты под это привлекаются, потому что по аналогии с областным законом написаны законы, ну, положение об общественных палатах муниципалитетов, а денег там нет никаких. Ни на социологические исследования, ни на подготовку пакета документов. Как это делать, никому не понятно, но требования у нас есть. Поэтому хотелось бы, чтобы поделились. И последнее, о чем бы я хотела сказать. Вот я услышала, что на совещание были приглашены все правозащитные организации Ростовской области. Вопрос, а сколько таких организаций, у которых права человека записаны в уставе или в названии? Сколько таких организаций? Это вопрос к общественной палате. И, наверное, еще и правительству. Сколько в Ростовской области таких организаций, если бы их всех пригласили? Сколько правозащитных организаций в Ростовской области? Аппарат уполномоченного тем более должен знать. Отдайте микрофон, и вам будет... Да при чем тут Конституция? 22 организации. 22 организации на всю Ростовскую область, у которых в уставе занесено права человека. Название. Я ни разу не услышала, чтобы к аппарату полномочного по правам человека были приглашены представители всех таких организаций, и с ними бы поговорили о тех проблемах, с которыми они столкнулись, о тех направлениях работы, в которых их нужно поддержать. А у нас есть целые уполномоченные по правам человека. И мне кажется, что вот, ну, пора перейти в такой замечательной области, как наша Ростовская, богатой людьми, идеями, специалистами. Пора перейти от того, что мы гордимся проведенным количеством мероприятий. Что наши мероприятия изменили в жизни людей, которые к нам пришли? Я просто приведу пример. Пришла освободившаяся из места заключения женщина. Никогда не было, получается, у нее паспорта. Две дочери, 21 и 26 лет. Нет паспортов, нет, вообще их нигде нет. Она пришла, высевшая у нее онкология, и плачет, и говорит, я умру, что будет с ними. Мы писали уполномоченному по правам человека, мы везде ходили, помогите пройти быстрее вот эти вот коллизии со всеми учреждениями, просто школа, дайте справку, она тут училась, здесь она когда-то работала. Нам формальный ответ, формальная отписка. Да, мы, конечно же, добились, ходили за ней следом и с ней за руку. Она получила паспорт и приехала 2 дня назад, ну просто на коленях стояла. За 2 дня до того, как черноводовцы и казаки стояли с акцией протеста. Ну вот, просто вот этого взаимодействия реального с теми, кто реально работает, делает, меняет что-то в этой жизни. Ну я его не замечаю. Может быть, там уж потому, что агент иностранного влияния. И мы тоже организация, не знаю, вы знаете о том, что с каким мы сделали прописку и с каким мало ли паспорт сделать, но я даже этого, честно говоря, не выношу. Потому что это моя проблема, это моя боль, я ее занимаюсь. Ну, чисто так. Да, кто-то с этой стороны, представитель аппарата уполномоченного. Мы, кстати, только что ездили, правда, было всего 4 человека к уполномоченному по правам человека. Ну, он сказал, что он работает в соответствии с законом о уполномоченном правом человека в Ростовской области, а там про НКО ничего не написано, а написано только про жалобы, обращения граждан. Ну, к сожалению, да. Пожалуйста. По последнему замечанию Валентина Ивановна, я помню это случай, вы же такие тут нам могут быть отписки. Такая отписка. Вас спросили, или у вашего представителя, куда, где эта женщина сейчас находится, чтобы направить письмо, чтобы соответствующие органы занялись ей. Мы не знаем, она пропала, ее нету. И вот как нам обращаться там, в любую прокуратуру, чтобы они нашли этого человека, в полицию, если адрес его неизвестен. А нам говорят, что мы формальную отписку прислали. Теперь второй вопрос. Вы говорите, в 22 организаций записано. Можно у меня спросить, кто это считал? Я пишу. На сайте Министерства юстиции по Ростовской области просто проверил количество организаций, где есть, к сожалению, не в уставе, это неподъемная работа, а где в названии есть любые варианты. Я как раз это и хотел
хотел сказать. К сожалению, вот носки. По уставу мы не можем сказать, потому что их около 5000. Ну, более 4000, да, зарегистрировано организации. Если только ориентироваться на название, я с вами соглашусь. Если говорить гораздо глубже, потому что такие вещи могут быть написаны. Союз женщин-донор. Название ничего не есть. Региональное. Ну, вы имеете в виду расшифровку. Примерно так дает понимание, но то есть это по порядку 4000 организаций. Ваше предложение по поводу встречи с правоохранителем. Я записал, тем более сегодня Анатолий Иванович докладывал, в самом начале выступления его получилось. Такая практика была. Я думаю, что мы ее просто возобновим. Я там тоже человек, знаете, новый. Мы сейчас активнее будем настраивать работу наших общественных приемов, кстати, в том же и Новочеркасске, тоже и в других городах, потому что они немножко в последнее время пробуксовывают. Ну и вот то, о чем вы говорите, встречу мы тоже тогда возьмем это на вооружение, возобновим то, что было, к сожалению. Да, спасибо большое, как-то все перешло в несколько такой неровной степень. Но, Василий Васильевич, у меня к вам вопрос конкретный. Вот конкурс на предоставление субсидий или грантов, вот какие у вас там есть возможности поддержки финансовой организации, в том числе социально ориентированных, или предоставление им в аренду помещений по льготным ценам или за бесплатно и так далее. Вот сами критерии, которые вы закладываете при том, что вы носите решение помочь той или другой организации, они где-то прописаны? Мы не принимаем решение. Решение принимает комиссия. В этой комиссии представители правительства три. Кто еще? Остальные все общественные организации. По какому принципу отобрали в эту комиссию общественную организацию? Я не готов сказать, по какому принципу это отобрали. Комиссия действует, работает. И все критерии, все оценочные показатели, каким образом оцениваются программы, они все в 153-м постановлении прописаны. Вся информация правительства Ростовской области, вся информация на сайте «Гражданский форум», она имеется. Мало того, на сегодняшний, вот в этом году, все заявки, а их было более 80, все заявки были отправлены всем без исключения членам конкурсной комиссии в электронном виде заблаговременно. Мы собирались с членами конкурсной комиссии, дважды принимали, обсуждали эти заявки, принимали решения. По итогам 21 организация получили субсидии на реализацию социально значимой программы, и 8 организаций получили субсидию на компенсацию за аренду нежилых помещений. Вот как-то так. Говорить на сегодняшний день, что... Это из 9 миллионов, да? То есть все деньги были распределены между 21 организацией, все деньги распределены, да. Речь идет о том, что я не буду скрывать, есть на сегодняшний день, скажем так, некоторые вопросы, которые требуют разрешения, в частности, вопросы передачи документов через МФЦ, необходимо более конкретно прописывать в постановлении сроки, которые по межведомственному документообороту, там все равно идет время и так далее. Возможно, мы немножко уточним, откорректируем само постановление, которое, конечно же, будет, ну, что называется, критерии оценки, чтобы были, они никаким образом ни у кого не вызывали сомнения, почему ту или иную оценку поставили той или иной организации. То есть уточните сами критерии в постановлении. Эта работа на сегодняшний день ведется. Речь идет о том, что процесс запущен был по действующему законодательству, которое есть на сегодняшний день. И мы этот год отыгрываем по той нормативно-правовой базе, которая существует. Мы планируем где-то, наверное, осенью
осенью внести коррективы постановления правительства Ростовской области. В какой части? Вот что вы хотите? Вот в той части, про которую я сказал, в той части уточнения срока, уточнения прозрачности, критерий оценок тех или иных программ. Однозначно добавление, я признателен, простите, не помню, кто задавал вопрос, но что называется, в перечне тех видов деятельности, которыми занимается организация, в прямой постановке, именно вот в прямой, дословно говорю, вопрос, патриотическое воспитание, буквально, нет. Это уже записано, это уже будет внесено, замечание принято. Мало того, на сегодняшний день внесены изменения в региональное законодательство и добавлен еще один пункт, касаемый перечень, касаемый там, политических репрессий и так далее, тоже будет все это дело добавлено. Поэтому мы, в общем-то, признательны всем участникам, людям, которые подают заявки, наверное, за то, что выявляются своевременно те или иные какие-то недостатки при организации работы, при распределении. И, в общем-то, если мы на них будем реагировать, опять же, с вашей помощью, когда говорите, что да, вот это непонятно. Ну, может быть, нам, допустим, понятно, да, но надо читать бумагу не как пишущий, а как читающий, тогда, возможно, все вопросы мы отрешаем. Но я вас уверяю, все эти коррективы будут внесены и изменены, и, ну, на самом деле, максимальная прозрачность будет всех вот этих вещей. Мало того, буквально пользуясь случаем, Наталья Леонидовна, буквально позавчера, в среду, проводил губернатор заседание комиссии по борьбе с коррупцией. И один из вопросов, второй вопрос, это было участие гражданского общества в мероприятиях по борьбе с коррупцией. Отдельным вопросом. И что порешали? Все, что порешали, все можно найти буквально, дословно на сайте правительства. Ну, в двух словах, что порешали? В двух словах порешали о том, что, наверное, приступаем мы к разработке регионального закона о общественном контроле. Вот. О том, что на сегодняшний день общественные советы, которые созданы при всех, без исключения, органах исполнительной власти, во всех муниципальных образованиях, в том или ином, где-то вот как в городах есть общественные палаты, есть в муниципальных районах есть общественные советы. То есть еще раз мы возвращаемся к, что называется, персональному составу этих общественных советов, и губернатор дал непосредственные поручения, что все эти вопросы пересмотреть. Сейчас практически завершена работа по подготовке так называемых типового, что называется, положения об общественном совете при органах исполнительной власти и муниципальном образовании. Да. То есть все это делается, и на сегодняшний день вот этот вот процесс в самой активной стадии. Было обращено внимание, конечно же, вот на, что называется, начали через вопросы коррупционные, которые рассматривали там общественные советы. И в последующем все это вылилось в общественные советы, вообще в те полномочия, которые рассматривают общественные советы, то есть вообще чем они занимаются, как они должны работать более активно. Выступал на комиссии председатель общественной палаты Вячеслав Митрофанович Кущев. Выступал на комиссии с содокладом председатель торгово-промышленной палаты Ростовской области Пристижнюков, особо обратил внимание на закупки, на общественный контроль закупок. И выступала Вера Николаевна. Виктор Николаевич, вы слышали, да? Да, Виктор Николаевич это знает, наверное, изнутри, потому что наверняка он был одним из участников, наверное, отчета Вячеслава Митрофановича, подготовки отчета Кущева на этом заседании. Я тут не сомневаюсь ни секунды. Вот. И выступала Вера Николаевна Ежанская, которая говорила о все-таки тех открытости и необходимости реагирования, в том числе через институты гражданского общества, на те критические заметки, которые пишутся в адрес
или появляются на страницах интернет-издания, на страницах прессы, в адрес, скажем так, власти, назовем ее так, и муниципальной, и государственной. По итогам совещания были даны конкретные поручения губернаторам с конкретными сроками исполнения. И я вас уверяю, все это ставится на жесточайший контроль. И на нас тоже, вот тоже был этот процесс ответа. Поэтому вот буквально, не потому, что, как бы вы знали, да, о визите, это все планировалось заранее, но вопросами общественных советов при органах власти уделяется очень серьезное внимание. Мало того, хочу вас проинформировать, что буквально 14 числа губернатором проведен ежегодный, он проводит на территории всей Ростовской области, у губернатора есть общественный приемный губернатор, так называемый, куда каждый гражданин может прийти и обратиться. Там в этих приемных осуществляют приемы и главы муниципальных образований, и депутаты различного уровня, и руководители областных органов исполнительной власти, приезжающие в территорию, и в прямой постановке губернатором дана команда. Если приехал министр в тот или иной муниципалитет, в обязательном порядке он осуществляет прием граждан в этих общественных приемах. Хорошо, вы при этом от кого привлекаете, потому что это для них тоже интересно. Я вам больше скажу, одно из поручений, и рассказывали о передовом опыте действительно Волгодонска, о передовом опыте, допустим, того же Красносулинского района, и написано, что на все приемы, которые проводятся, и граждане приходят, привлекать людей действительно вот, из представителей общественности, и ветеранских организаций, и некоммерческих организаций, которые решают действительно оказывать те или иные виды услуг населению, дабы сделать нашу жизнь лучше. Ну, вот как-то так. Спасибо, Василий Васильевич, за вашу такую подробную информацию. Мне остались несколько вопросов. Вот все про эту конкурсную комиссию. Так, там три представителя государственной власти. Сколько всего членов комиссии? 11. Значит, мы считать умеем. 8 представителей гражданского общества. Скажите, происходит ли циклическое изменение состава комиссии? Кто утверждает вот эту комиссию? Чем утверждается, каким актом? Это состав. Еще раз. Состав комиссии, он идет, персональный состав комиссии идет в виде приложения. То есть это постановление правительства. Возглавляет эту комиссию заместитель губернатора, курирующий вопросы внутренней политики Василий Владимирович Рудой. Правильно возглавляет по той простой причине, что распределяются бюджетные деньги. Это правильно. Вот. Периодически комиссия претерпевает свои изменения. Последние изменения были по составу комиссии в феврале текущего года. Изменения производятся председателем комиссии. Ну и потом изменения производятся постановлением правительства Ростовской области. Я понимаю, постановлением правительства, но персонально предлагает председатель комиссии, так понимаю. Ну, скорее всего. Хотелось бы персонали могут предлагать все, но озвучивает и, наверное, вносит проект нормативно-правового акта наше управление, и оно нормативно-правовое в виде постановления правительства, у них порядка, наверное, 20 визирующих служб, это которые... Как занимается постоянное правительство, это я понимаю. Я все-таки хочу, вот еще, про прозрачность вы говорили, очень хорошо, что она увеличивается, хорошо бы это сказать еще. Ну, какие-то там будут все равно блоки отыскиваться, вы прислушиваетесь. Предела совершенства нет. Нет, предела совершенства, но мы стремимся, да, как бесконечности. И тем не менее, вот конкурсную комиссию, поскольку вы передовой субъект Российской Федерации, хотелось бы, чтобы ее формировали тоже открыто. Потом, ведь может ли быть такая ситуация, что член этой конкурсной комиссии, а его собственная организация просит деньги из бюджета? Ну да, вот эти субсидии. Может такое быть? А почему может? Такое есть. А вот это уже называется конфликт интересов, коррупционерная совершенно форма. Рассказываю. Член конкурсной комиссии, как представитель некоммерческой организации, подавший заявку, он пишет соответствующее заявление,
Это заявление учитывается, и в данном случае данный член конкурсной комиссии заявления есть. Не принимает участие. Не принимает участие в принятии решения. Эти заявления у нас в папочке подшиты. Решение комиссии по этому вопросу есть запротоколированы и подписаны. Поверьте, все делается... По закону, я понимаю, закон не нарушает. Значит, с этикой давайте теперь разберемся. Были ли у вас случаи, чтобы члены комиссии своих организаций подавали заявки, и они не были приняты? Я не готов вам ответить на этот вопрос. Подозреваю, не было. Я вот о чем я хочу сказать. Я очень понимаю, очень конкретный вопрос, но это очень конкретный вопрос, потому что копаю глубоко. Я что хочу сейчас сказать? Я очень рада, что правительство пошло по пути, прислушиваясь в том числе и к мнению общественных организаций, по пути более прозрачного проведения процедур конкурса. Это замечательно. Значит, я хочу подтолкнуть еще к более прозрачному проведению конкурса вот в какой части. Первое. Три члена от правительства, у меня нет возражений, если там всего 11 человек. Хорошо бы каким-то образом при формировании очередного состава этой конкурсной файловой комиссии, а это очень важно, сам процесс был прозрачен, чтобы вы видели, чтобы все видели, где-то это пить, какие кандидатуры рассматривались, какие из них были выбраны. Не потому, что он 15 лет сидит в этой комиссии, и там все уже хорошо с ним, а потому что, значит, появились какие-то новые, хорошо бы это было циклические изменения раз в полгода. Понимаете, вот я о чем говорю, потому что. Да, 9 миллионов не та сумма, о которой вообще мы будем говорить о том, что это какая-то огромная сумма. Я знаю, что гранты из федерального бюджета значительно больше, как получить сложнее. Или, значит, вот решили 21 организация, наверное, очень хорошие, я не сомневаюсь, что они замечательные, и проекты их замечательные. Остальные у нас из 80 осталось, соответственно, 59. Почему им не дали? Где-нибудь об этом пишется, они могут понять, что у них не так, что им надо поправить в своей деятельности, может быть, по-другому сформулировать, может быть, пригласить других партнеров. Почему им не дали? Есть это, пишется это где-то? Пишется на сайте. В каком виде? В виде протокола. И написано. Такая-то, да? Так. Получила, либо не получила. Почему? Потому что баллы, выставленные комиссией, он попадает там, не попадает, либо в рассмотрении заявки такой тоже есть. Откладывается потому-то. И почему? Со ссылкой на пункт номер. Я понимаю, баллы, а не баллы. Думать надо, как это усовершенствовать, потому что каждый член комиссии, он почему-то отказал этой организации. Я не знаю, что тут еще и посоветовать, но вот у нас была такая ситуация. Пишут количество баллов и обоснования, почему такое. Вы хотите это тайно сделать, чтобы члены конкурсной комиссии не светились? Ну, мне кажется, это неправильно, потому что это бюджетные деньги и задействованные НКО. А каждый член конкурсной комиссии самостоятельно проставлял, каждому члену конкурсной комиссии была направлена табличка к тем программам. И он проставлял баллы, какие он считал. Как не породить? Он видел, что это за организация. Он же все это, как не породить родному человечку? Он помнил документы каждому. У нас, вот Валентина Ивановна не даст мне соврать, документы предоставляются в двух видах. Бумага, электронный вид. Бумага, понятно, мы все не можем направить, но в электронном виде полный комплект документов каждому члену комиссии. Это я понимаю. Поэтому член комиссии видит не только, что это за организация, чем занимается, кто директор, какая программа, какие этапы, какое софинансирование, обязательное условие, это не менее 10% своих, либо привлеченных средств кроме бюджета. Вся. Все эти вещи, да, мы знаем, да, вот. Вы хотите что-то сказать? Я прошу прощения. Пожалуйста. Вот по поводу конкурса. Вы можете еще раз представить, пожалуйста? Что случилось? Мы являемся получателем субсидий в этом году. И ваша организация еще. Благодарение, региональное благодарение. И хочу пояснить, что в этом году помимо открытости через МФЦ можно было подавать при приеме документов, все документы сверялись по перечню.
Вот, то есть такого, что там какой-то документ будет упадать, в этом году было исключено. То есть фиксировала заявку. Это вы поняли, потому что нет, именно в правительстве. Именно в правительстве сверялись документы в этом году. В этом году это вы было говорите про МФЦ. Нет, можно было подать и через МФЦ, можно было привозить. Варианты, да. А варианты мы привозили. И в этом году можно было не обязательно приехать и подписать договор в правительстве, можно было получить его обратно через МФЦ, где мы подавали эту заявку. То есть было два варианта. По поводу критерий оценки, все вот действительно в 153-м постановлении написано, и написаны формулы, как считаются эти баллы. И когда вы зайдете, если вы зайдете на сайт гражданский форум Ростовской области, там все вывешено. И то есть помимо баллов написано все критерии, все написаны. Вот. По поводу аренды, хотелось бы сказать, в этом году было 380 тысяч выделено на аренду. Но насколько я понимаю, есть вероятность, что не все деньги были, да, всего 380 тысяч заложено на субсидию. Бюджете области? Да. И, насколько я понимаю, ежегодно не хватает объема, чтобы выбрать эту аренду по вот два направления. Образование, возмещение затрат, там одна заявка подается, не больше одной в год. Одна-две максимум, да, по-моему, две было заявки. А по аренде 380 тысяч, и все, кто подал, они все получают возмещение по аренде в Ростовской области. Хорошо, спасибо большое. Вы хотите сказать, да? Пожалуйста. Я помню, вы журналист. Да. Даже главный редактор. Только чего я забыла. Да, спасибо, что вы это помните. Я хочу призвать всех присутствующих. Давайте спустимся с ним без на землю. Особенно все, что касается так называемых грантов. Как сказано на божественной латыни, казус вивиди, в том случае из практики. Совершенно официально я подаю заявку на участие Ростовской областной администрации в создании документально-художественного фильма, призванного, извините меня, прекратить героизацию уголовного мира. Тем более, что есть прекрасные возможности снять скрытые камеры о том, что такое криминалитет на самом деле, в камерах, как они себя ведут, как, для того, чтобы не было этой уголовной романтики. Да, все, идея, класс, профилактика преступности заканчивается очень просто. Мою заявку передаю в Министерство культуры Ростовской области, через полгода мне приходит вежливый ответ. В связи с необходимостью повышения зарплаты бюджетников, вот денег на кино, вот кино у нас просто нет. Причем мы предлагали это кино вообще-то сделать вовсе не для телевизора, а для того, чтобы мы показывали в средних школах, там, так сказать, в училищах, потолкость. Это чисто такой дидактический, воспитательный процесс. Но это только разминка. В начале нынешнего года приходит широкое такое предложение от Министерства культуры Российской Федерации. Подавайте заявки, у нас в рамках агентства, которое я имею сомнительное счастье руководить, у нас есть своя киностудия, и фильмография у нас очень приличная. Мы подали три заявки на самую разную тематику, которая была предусмотрена этой программой. Были составлены документы в точном соответствии, так сказать. Но тут такая маленькая деталь. Министерство культуры ставит условия. Вот мы подаем три заявки, мы должны внести залоговую сумму по 50 тысяч рублей за каждую заявку. Если заявку у нас не принимают, деньги возвращают. Я не поленился, поехал сам в Министерство культуры, привез все документы, у меня их приняли. Вот, даже сделали вид, что поаплодировали, потому что тему мы предложили достаточно, ну, нестандартную, скажем так. С нетерпением ждали результат. Результаты дождались. Значит, из 5 утвержденных фильмов в списке 4 были распределены по разным малоизвестным киностудиям в Москве и одна в Санкт-Петербурге. В коридоре я встретил, значит, как минимум человек 30 авторов со всей России. Вот. Но это тоже еще не все. Только через 4 месяца, пригрозив Министерству культуры России судом и обвинением их, извините, в присвоении чужих средств, я добился возврата мне отправленных залоговых 150 тысяч. О чем вы говорите?
Почему я призываю? Давайте спустимся с небес на землю. Общественная палата – это все замечательно. И это первые шажки, так сказать, на пути к истинной демократии. Но самое страшное взаимоотношение у граждан России серьезно складывается не с чиновником, а с нашей правоохранительной системой. А вот с этим мы сталкиваемся ежедневно. Когда, извините меня, судья, федеральный судья, заявляясь в судебное заседание, говорит, так, пресса мне здесь не нужна. Я говорю, простите, мадам, а Конституция как же? Пристали немедленно вывести этот проект или счет. Или еще того лучше. Если я просил прокуратуру, получив на меня какой-то там донос с Кубани от своего приятеля, присылает мне повестку, вы вслушаетесь в текст. Вам необходимо явиться, не необходимо, для принятия объяснения по интересующему меня вопросу. Я ему звоню, говорю, парнишка, ты вообще как это самое, хотя бы УПК представить? Ну хоть чуть-чуть. Это на полном серьезе. Да-да, я улыбаюсь. Вот. И таких примеров можно привести массу. Мы об этом пишем. Нашу газету дважды пытались закрыть, причем дурацкими административными способами. Вот. Более того, мы потеряли двух наших коллег за последние 6 лет. Они были убиты. Эти преступления не раскрыли. Потому что. И поэтому я просто призываю вас всех, вашей вот бесспорно необходимой общественной деятельности, обратите внимание вот на этот аспект. Прежде всего коррупционный, потому что я, может быть, в силу, так сказать, профессиональной деформации звучаю, но лично мне представляется давно, что это уже не коррупция. Это, друзья мои, называется оккупация. Спасибо. Сергей Владимирович, вот, пожалуйста, вы не член общественной палаты. Вот то, что вы сейчас, Василий Васильевич, говорили о контроле, о противодействии коррупционной деятельности и прочее, вот вам просто человек, который может возглавить это направление, который сам с этим сталкивается. Смотрите, Василий Васильевич, есть такие вопросы? Я боюсь ошибиться, но в органах правоохранительных, назовем их так, суда, прокуратуры и так далее, и так далее. Суд вообще-то есть... это орган власти, прошу прощения, третье ветвь. Да, третье ветвь. Есть свои комиссии по борьбе с коррупцией. И Василий Васильевич, впрочем, как и Василий Юрьевич, к этой комиссии, наверное, если он не является ее членом этой комиссии, он не имеет отношения. У нас есть комиссия по борьбе с коррупцией, которая занимается этим направлением в органах власти Ростовской области. А у нас есть прокуратура здесь? Представители прокуратуры есть? У них сегодня коллеги генпрокуратуры. Выдано до 5 часов, но это не совпадение, на самом деле так. А представители МВД есть? Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, при МВД по Ростовской области, да, управление МВД, наверное, Ростовской области, главное, там, есть ли у вас общественный совет при? А кто входит в этот общественный совет? Я так понимаю, директора предприятий, великие актеры, я не знаю, там, учителя, писатели. Культуры, искусства. Я поняла. Вот вам, пожалуйста, деятель, как бы сказать, вы какой у нас деятель? Искусство. Пожалуйста, у вас просто готовый человек, который готов вам помогать. Я так понимаю, что у нас органы МВД, они прежде всего должны бороться с коррупцией. Это их прямая обязанность. Вот вам, пожалуйста, вот представитель. Понимаете, когда у человека есть опыт общения с разными органами власти и управления, когда у человека вот так наболело, надо дать ему работать в этом направлении. Это самый лучший выход из положения. Любой гражданин уже свою кандидатуру предложить. Когда у вас новый состав будет, я их потом проверю. Когда будет у вас новый состав выбираться в ваш... В этом году вот они будут формироваться... Да, у нас на сайте полная информация. Ну, понимаете, вот я все каким-то сайтом, если не ребят уезжают вас, мне некогда по сайтам шарить. Отвечайте на вопрос. Вот мне говорят, рядом сидящие, что в сентябре. Ну и что, не сказать? Нет, у нас на сайте.
развелось, понимаете, нет, там я вам учу. Сергей Владимирович, подавайте заявку, я поставлю на контроль. Мы посмотрим, как опять будут там деятели искусства. Я благодарю вас за рекомендацию, я обдумаю. Вот обдумайте, пожалуйста. Нет, нет, мы должны обдумать. Я тоже подам, другого субъекта можно? Я и там же другого. Если нет ограничений, выбираться депутатами можно в любом субъекте. Я что, в комиссию ты я хочу вас, конечно, я не так пассивен, как вам может показаться. Я состою вообще в совете Глубсина уже довольно много лет. Но в нем я курирую подразделение спецназа, как участник нескольких моих, поэтому. Понятно. Ну вот вам вы с коррупцией хотите бороться? Да, вы хотите. Вот сейчас, да, ну будет. Сколько мне дали за время? Мало. Две минуты. Хорошо. 2 минуты мало, но 5 минут. Наталья, я так понимаю, что все же цель нашего круглого стола в том, чтобы показать взаимодействие НКО и нашего правительства. Вот. Ну, давайте, наверное, этим и закончим, что вот я много услышала, конечно, сама в общественном движении своей организации буквально только 3 года, но долго занимаюсь своими общественной деятельностью. Ну, мне хотелось бы отметить лучше, что на самом деле все зависит от самого человека, от человеческого фактора, от его возможностей, от его желания, от его грамотности, от его особенностей. Именно через общение мы же входим в мир. Если человек умеет общаться, все проблемы будут преодолены. И я хочу отметить наше правительство все же. Они не знают меня, но я участвовала в всех рангах. И первый грант у меня не получился. Небольшие такие, но эта финансовая поддержка очень нужна для того, чтобы развивалось наше движение. Хочу сказать, что прозрачность я увидела. Я не увидела никакой какой-то подоплеки. Я только одно понимала, что если есть закон, если есть постановление, и механизма еще нет, то как раз наша общественная организация, НКО, должны помогать нашему государству создавать этот механизм здесь, на местах, в самом низу. И постепенно, последовательно, грамотно реализовывать его. И вы можете предложить что-нибудь в этот механизм? Грамотно нету. Минуточку. Пожалуйста. И вот именно с контекстом того, что нужно государству, как может помочь НКО в том, чтобы реализовались те или иные проекты, именно законопроекты, вот именно в этом, наверное, будет хорошая помощь нашему правительству, нашим людям, нашим обычным жителям. Я говорю о 481-м постановлении, которое недавно вышло в правительстве Российской Федерации. И реализация очень сложная идет на местах. И, конечно, если сделать грамотно актуально, создать команду, создать систему и все это оформить правильно, то, конечно, грант будет выигран. И, конечно же, я замечаю еще и самое главное, что наше правительство и те люди, которые контролируют нас, НКО, они очень четко контролируют нас, очень четко смотрят на нас, на реализацию этого проекта. Поэтому, Наталья Андреевна, наша область достаточно неплохо справляется с тем, чтобы работать с НКО. Это я вам говорю, потому что я это знаю, и я хочу, чтобы мы дальше развивались. Теперь, мне бы хотелось вот обратить внимание на что. Что много грантов мы отдавали, как и говорил мой коллега, в Российскую Федерацию, президентские гранты. Ни один грант мы не выиграли. Только Москва, как уже было сказано, и Московская область. Я прошу меня, вы только что сказали, если грамотно оформить заявку, то грант обязательно выиграешь. Или вот, я что-то не допоняла. Здесь пришло на региональном уровне, совершенствование пришло. Я поняла, как это можно делать. Как это постепенно, последовательно, грамотно подойти ко всему этому. В президентском гранте. Это просто невозможно. Это просто невозможно. У нас выигрывает в области один, буквально одно НКО. Нет, в этом году НКО выиграло. Давайте я сейчас предоставлю слово Леониду Вальдемаровичу, который срочно об этом и хочет сказать. Он как раз опыт имеет в подаче заявок. Вот вопрос у меня к вам, Наталья Леонидовна. Скажите, пожалуйста, готовы ли мы, готова ли наша Российская Федерация услышать нас, регионы,
и помочь вам. Первый раз в роли Российской Федерации выступляю. Если я Российская Федерация, я готова. Если я правительство Ростовской области, я Российская Федерация. Сейчас, одну секундочку. Я сейчас не могу. Уважаемые коллеги, мне, вы знаете, такой вопрос не буду много рассказывать. Там мы занимаемся реабилитацией именно наркозависимых. Уже были 15 лет. Боже, еще одна. Вот сейчас я больше не могу. Да. Я просто хочу, послушайте, пожалуйста, коллеги. Мы сейчас столкнулись с таким вопросом. Вот наша сейчас реабилитационный центр работает по сертификатам, да, которые государство выделяет деньги на реабилитацию. И из 35 сертификатов, выделенных на нашу область, 18 людей, да, имеющие возможность реабилитироваться за государственный счет, оказались у нас. И я как член ОНК могу точно сказать, что большой процент, мне очень жаль, что у нас нет здесь Ильянова, соцразвития, да, и там нашего главного нарколога, который непосредственно мы обсуждали этот момент. Вот такая ситуация. Люди попадают осужденные первично за употребление наркотических веществ, попадают в место лишения свободы. Порой просто на поселение, да? На 2000 человек один психолог. Работа практически, это психобиосоциодуховное заболевание. Не ведется никакой. Соответственно, эти люди выходят потом, пройдя реабилитацию, пройдя наказание, выходят на наш социум и начинают употреблять заново. Они приходят потом в Минсоцразвитие, получают второй раз, государство платит за них деньги, и они попадают к нам на реабилитацию. Наше предложение. Мы готовы со своей стороны. У нас есть ряд обученных психологов, есть программа, да? Программа, утвержденная Москвой, независимо наркологической гильдии России. Мы готовы взять такую провести работу, именно если возможно, через ГУКСИН, может быть, в каких-то местах поселения, с какими-то группами. Вот у нас ГУКСИН есть? Есть. Вот обращайтесь к нему. Вот поэтому хотели вот обсудить. Кто у нас сейчас представитель СИНа? Вы. А, да. Мы же знаем уже вообще. Анжелика Николаевна. Вот да. Ради Бога. Анжелика Николаевна, обращайтесь к ней. Какое это уже несколько другие вещи, да? Вы хотите реализовать свой проект, помочь людям. Ради Бога. Я думаю, никто не будет против, если вы своей просветительской работой будете заниматься у них. Вы хотите под это деньги? Это второй вопрос. Но дело в том, что если это вообще как бы организовать по уровню масштабов страны, то это действительно получается приличная компания. Страну, конечно. Спасибо большое, я все поняла. Пожалуйста, вам слово, наконец, Леонид Владимирович, держите уже. А потом... Регламент у нас какой-то. До 5 часов, вот поэтому регламент. Почему до 5? До 6. Нет. Стоп. Библиотека закрывается? Вы столько раз меняли программу, что я просто не успеваю. Она была до 17 изначально, а потом вы как в прессе. Поэтому 5 минут можно не использовать, что я буду ставить стакан с другом. Ну это понятно. Уважаемые коллеги, работайте. Я бы хотел поговорить, я понимаю, что все уже поговорили, депутаты городской думы ставили о своих проблемах и о грантах федеральных. Давайте послушаем людей, которые тоже в этом что-то делают. Значит, по поводу взаимодействия власти и общества. То, для чего мы здесь собрались. К большому сожалению, вот мы об этом говорили и в обед. Я думал, у нас все достаточно неплохо, но есть регионы, где это гораздо лучше. Опять же, к сожалению, это Краснодарский край, Волгоградская область. Почему? Ответ правильный. Люди. Совершенно верно. Человеческий факт. Насколько руководство управления, региона, правозащитники идут на контакт, насколько они действительно адекватны и вменяемы. Я говорю сейчас, конечно, правозащитников. Власть ни в коем случае не может быть адекватной и невменяемой. Там другие критерии отбора, да? Я уже утрирую. Просьба для общественной палаты. Я не буду выходить здесь за рамки нашего диалога. Но давайте действительно чаще встречаться. Нисколько не возражаю на базе аппарата полномочий, на базе общественной палаты. Ведь мы делаем одно очень важное дело. И я предлагаю наши эти проблемы, которые, о которых мы здесь говорим, решать здесь внутри области. Они действительно есть, они сейчас решаются. Не так, может, быстро, как нам бы хотелось. Отец Андрей, я понимаю, что проблемы ресоциализации уже решены. Можно я договорю? Хорошо? То есть основная наша проблема, надо, чтобы власть и общество общалось. И для этого есть такие площадки, еще раз говорю, общественная палата и правополномочия. Давайте их использовать, приглашать. Ведь на самом-то деле, насколько власть будет открыта, оценить может только кто. Только в обществе. Никакие общественные советы, сформированные общественные палаты, сформированные по такому принципу, к сожалению, этой картины не дадут.
Они только всего лишь площадка для переговоров. Давайте это используем. По поводу советов, которые сейчас будут переформироваться, не стесняйтесь приглашать тех, кто имеет иное мнение. Не всегда оно отрицательное, не всегда оно негативное. Зачастую действительно, почему у нас, не знаю по какой причине, с МВД и с ГУФСИН гораздо более конструктивные отношения, но в силу федерального закона, как УНК, мы с ними чаще взаимодействуем. Но ведь на самом деле это так. Нам гораздо легче сейчас найти диалог, и поверьте, и они эти изменения чувствуют, и мы это чувствуем. То есть нам действительно приятно, потому что жизнь-то меняется, мы ее меняем. В данном случае вот роли правительства в этом, к сожалению, я считаю, недостаточно. Вот то, чем мы встречаемся, говорит, я понимаю, что вы не все сильны, Сергей Васильевич. Ну, смотрю на Владимира Анатольевича, уже по традиции, потому что он формировал УНК, и он уже как, ну скажу, как родственник уже для УНК. Хотелось, чтобы он был близкий родственник. По поводу, можно я даю? По поводу федеральных и региональных грантов. Давайте будем для себя честны. Действительно, проблемы были, они решаются. Не каждая НКО сейчас решится подать на региональные гранты, вспоминая те истории, которые были. Хотя это путь, который надо пройти. Мы, и опять же говорим, суммы очень маленькие, и они говорят, то есть региональные гранты, это, они не решают проблемы. Тех организаций крупных, которые вот здесь собрались, которые действительно занимаются делом. Или социализация, и спорт, и социальные инициативы, это все нужно. То, что говорила коллега о федеральных грантах, я помню, о чем мы говорили до обеда, просто мы уже много проговорили. Вот тут нужна действительно помощь президентского совета, потому что в основном в конкурсных комиссиях стоят великие меры, великие правозащитники, известные деятели науки, культуры. И вот там еще более закрыто, к сожалению, чем стало у нас сейчас. Как мы к этой открытости приходили, знает вот, и Владимир Анатольевич, это тоже был путь через термин, но он был действительно в ходе диалога. И слава Богу, что сейчас это уже мы прошли. На федеральном уровне это сделать сложнее, это вот уже наша просьба к вам. Потому что на самом деле эти грант-операторы были на федеральном уровне, там действительно то, что, скажем, полагается тем нашим организациям общественным, которые занимаются делом, и там еще более закрытая система оценки и система действительно результатов оценки. Кто, на каком основании отказал или дал, тоже об этом уже не на уровне области надо подумать. По поводу формирование наших комиссий, то, о чем мы говорим. Опять же, есть примеры, я понимаю, и участие уполномоченных, и общественных палат более активные. Ну, я думаю, нам этот путь надо пройти. Хотелось, чтобы мы его шли вместе. Если будут общественные приемные уполномоченные в крупных городах, будем только рады. То есть, ну, не надо противопоставлять власти общества. Наверное, мы уже убедились, действительно, кто занимается делом, а кто отрабатывает грант. Давайте говорить честно. Так же, как любой чиновник, мы тоже видим, чем он занимается, если мы с ним взаимодействуем, так, ну, как любой человек, это все видно. То есть я очень благодарен приезду в комиссии за то, что мы лишний раз собрались, хотя мы достаточно часто встречаемся именно в этой библиотеке. Но любая встреча на таком уровне, она приносит свою пользу. Хотелось, чтобы теперь эта польза, она как-то шла и сверху. Понятно, если, ну, давайте говорить честно, ни в законе областном, ни в законе об уполномоченном региональном нет нигде взаимодействия ни с правозащитными организациями, ни с ОНК, к сожалению. Поэтому критерии от МВД и ФСИН есть. Мы с ними взаимодействуем, и там у нас все нормально. К сожалению, органы власти исполнительные, хотя очень много вопросов именно завязаны на исполнительную власть. Как это сделать? Тут даже, говорит, была комиссия по коррупции. Ну, если мы очень много повесим лозунгов «Долой коррупцию» или «Долой наркотики», я не верю, честно говоря, я уже давно живу, что ситуация изменится или с коррупцией, или с наркотиками. Это надо действительно делать планомерно всем вместе. Или имитировать деятельность, тогда это не наш случай, не путь нашей комиссии. Давайте будем открыты, честны, может быть, не так при СМИ, а действительно вот то, что надо решать, иногда надо решать действительно, кто принимает и кто будет их выполнять. А не громко заявлять, что давайте поборем коррупцию и поборем наркотики и алкогольную зависимость. Это проблему не решит уж точно. То есть надо действительно выбрать болевые точки, надо чаще встречаться, не каждый день кто приезжает, впервые нам приезжает комиссия СПЧ. Поэтому мы, конечно, благодарны им за это, что они два дня посвятили Ростовской области. Владимир Владимирович, повторяйтесь, два раза поблагодарю. Третий раз поблагодарю, я думаю, тогда вы просто увидите и будете благодарны нам. Поэтому, уважаемые коллеги, мне бы хотелось, чтобы все-таки и общественная палата, и аппарат уполномоченного, и правительство жили дружно. Не считал правозащитников чем-то, еще на фуинка, чем-то и народ, а действительно приглашал, где-то, может быть, советовался, где-то взаимодействовал. И тогда, наверное, жизнь будет меняться потихоньку. Мы за общество.
слова. Спасибо большое. Это общие слова, абсолютно подтверждаю. Что бы я хотела в заключение сказать? Во-первых, вам большое спасибо, что вы пришли, что вы с нами пообщались. И в заключение я хочу сказать вот что. Есть, конечно, проблемы и муниципальных образований, есть проблемы и Ростовской области как объекта Российской Федерации, есть проблемы и на федеральном уровне, мы себе их написали, мы обязательно рекомендации напишем. А последнее, что я хотела сказать, значит, я даже себе это в вопросах написала и передала через Дмитрия Александровича, наверное, Василий Васильевич их тоже видел. Первый вопрос, который у меня стоит. Мы все общественные организации сейчас в стране по законодательству разделили на зелененьких, синеньких, фиолетовых. Значит, ну, во-первых, есть организации, которые никак не обозваны. Вот правозащитные организации, часть из них тоже никак не обозваны. Есть организации, которые были выделены из всех прочих организаций, они называются социально ориентированными, и для них есть особые возможности получения помощи от государства либо от муниципальных органов власти. Есть организации, они появились 6 июля, и сейчас об этом тоже мы говорим, которые называются организации исполнители общественно-полезных услуг. Вот сегодня много об этом говорили. 10% бюджетных средств должно пойти им как исполнителям общественно-полезных услуг, пока про них они не знаем. Если конкурсная основа, то что они пойдут вне конкурса 10%, сложно сказать, но они появились. Но и самая большая боль наша – это организации, которые занесены в реестр исполняющих функции иностранных агентов. Мы, как комиссия по развитию НКО в Совете по правам человека, очень серьезно этим вопросом занимаемся. Потому что получилось, к сожалению, так, что самые активные деятельные организации попали в этот список по всей стране. Есть просто очень смешные вещи. Когда организация, которая занималась стерхами, она попала в этот список, потому что она пыталась менять общественное мнение по отношению к стерхам. Ну, дело дошло до смешного. Сейчас после появления нового определения политической деятельности я могу все ваши организации, все данные, потому что вы присутствуете здесь вместе с органами исполнительной власти, записать в эти иностранные агенты. Ни одна не уйдет, если я захочу. Более того, к моему большому сожалению, в одном из лучших субъектов Российской Федерации, это Ростовский, давайте мы все-таки меня дослушаем. Я слушала всех и не прерывала. И в одном из лучших субъектов Российской Федерации есть организация, на которой оттачивается также и норма Уголовного кодекса, которая появилась вместе с этим законом. Это норма, статья 330.1. Мы очень этим обеспокоены. Федотов, как советник президента Российской Федерации, как председатель совета при президенте Российской Федерации, очень много на эту тему общается с различными органами власти. Я понимаю, что сидящие здесь к этому отношения не имеют, но ваш регион стал первым, где возбуждено уголовное дело вот по этой статье. Это очень неприятно, если не сказать страшно. Мы этим обеспокоились. Мы считаем, что это не правовое решение, а политическое. Мы будем с этим бороться, и наше заключение на эту тему будет сделано и вывешено на сайте, у нас тоже есть сайт, на сайте СПЧ. А в конце я хочу сказать, знаете, я получила удовольствие от общения с вами. Я думаю, что члены нашей комиссии тоже, потому что вы, во-первых, люди открытые, вы говорите то, что думаете. Это приятно. Вы несколько робеете в присутствии, наверное, Василия Васильевича, это не очень приятно, но Василий Васильевич был тоже достаточно искренен, должна его похвалить. Я очень рада, что вы идете в нужную сторону по увеличению прозрачности и открытости решений, принимаемых органами государственной власти, муниципальной, по отношению к общественным организациям, это тоже очень хорошо. И я принимаю упреки про гранты на федеральном уровне. Спасибо большое. Это правда. Там уже прозрачности нет никакой. Что-то ушло в черный ящик, и чего-то это выскочило из черного ящика непонятно что. А вот когда в основном гранты остаются на уровне Москвы
и в Петербург попал случайно. Я думаю, что все предназначено. Это неправильно. И, к сожалению, это наша психология человеческая. Я эту организацию знаю хорошо, она у меня в соседнем дворе. А тут где-то в Ростове. Чего-то нашел за организацию. Знаешь, не знаю. Это тоже обязательно об этом будем говорить, обязательно об этом напишем в наших рекомендациях. Тем более, что мы тут выяснили от ваших, что там 5 человек из СПЧ. Мы с этим разберемся. Пойдем сами будем биться за ваши граждан. Ну, не знали мы этого. Значит, и за наши чаще приезжайте. Спасибо вам большое.